В первой поликлинике Славянска на Кубани стартовал проект «Школа здоровья». Один раз в месяц здесь будут проходить лекции, посвященные самым актуальным проблемам сбережения здоровья. Прослушать их приглашаются все желающие. Первое занятие было посвящено такому распространенному в современном мире заболеванию, как гипертония. Сегодня этот диагноз ставят практически каждому второму пациенту. Основная причина проблем с давлением кроется, как правило, в неправильном образе жизни. Жирная пища, вредные привычки, лишний вес. О том, к чему это приводит, а самое главное, как привести свой организм в порядок и что делать, если случился гипертонический криз, участникам школы здоровья рассказал врач общей практики из поселка Совхозный Антон Кумпан. По мнению доктора, такие профилактические беседы просто необходимы. Во-первых, о болезни и ее профилактике расскажут профессионалы. Во-вторых, пациенты, кто еще не сталкивался с гипертонией, задумаются о своем образе жизни и изменят его, если он может поспособствовать развитию болезни. Наш информативный век, как бы, когда много интернета и люди непосредственно прибегают к изучению материала, они сталкиваются с тем, что они не понимают эту информацию, которую им как бы дает интернет. Из этого школа здоровья – это то, что им нужно, это доступно, это понятно всем и каждым, что надо делать, как надо поступить в том или ином случае. Лекцию о профилактике гипертонии прослушало порядка 20 человек. Среди них немало тех, кто страдает от проблем с давлением. Как рассказали славянцы, в школе здоровья они узнали много новой и полезной информации, которую теперь будут применять. Узнали, что употребление соли – это очень плохо влияет на здоровье. Нужно меньше употреблять. Это очень хорошо, что проводится такая школа здоровья. Буду приходить, как будут приглашать, так и буду приходить, участвовать. Школа здоровья при первой поликлинике будет работать ежемесячно. Следующая лекция состоится в июле. В ней расскажут о профилактике сахарного диабета. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».